Доброго здоровья, уважаемые посетители моего канала. Я вам даю заставочку и поисковую строку, ссылку. Вы можете зайти на мой YouTube-канал. Канал, конечно, вернее, платформа несколько медленная, но что поделаешь. Не спеша работать. Но что я вам хотел сказать. Вот я как раз вам выложил видосик по макробиотике. Жоржа Сава. Знаете, надо очень-очень внимательно отнестись к тому, что там вообще сказано. Это имеет огромные последствия для вашего здоровья и жизни в целом. Чтобы вами, знаете, как щепкой в море не крутили, не болтало с волны на волну. Итак, о чем рассказывает Жорж Асава? Он говорит о том, что была своя культура, народная культура. Люди жили, соответственно, питались. У них был такой быт, двигательная активность, мыслительные способности и, вернее, эмоциональная нагрузка соответствующая была. То есть образ жизни был вот таким. И вот она, приперлась западная цивилизация со своими продуктами, со своими профессиями, со своей всей хурдой-бурдой она приперлась. И человек, она так повлияла на человека, вот как раз Жорж Асава пишет, что он стал больным, он стал болеть. Об этом же самом рассказывает и Поль Брех. Это очень внимательно надо все это дело вот анализировать. Мы с вами рождаемся. Будем так говорить, 100% здоровые, вот если все мы отбросим, 100% здоровые. И если мы, как бы сказать, попадаем в нормальные условия жизни, в тот быт, который сформировался много там сотен лет, мы уже к нему адаптировались, приспособились, и, естественно, мы более-менее нормально там растем. Ну, будем так говорить. Конечно, там имеются свои особенности, но мы приспособлены к двигательной активности, к питанию, и мы приспособлены к эмоциональной нагрузке. Когда вот это все меняется, то есть идут продукты не те, которые надо, как вот он говорил, Жорж Асава, рафинированный сахар, какие-то изделия, так знаете, вкусные изделия, но это не значит, что они здоровые, профессии, не столько дающие физическую нагрузку, которая нам нужна, двигательный режим, сколько дающие эмоциональную нагрузку, сколько они давят своим вот этим эмоциональным прессом общества, подгоняя нас под те или иные законы, вгоняя нас в те или иные рамки. И в результате человек начинает болеть. И вот он как раз пишет, я открыл для себя свою медицину или образ, можно так лучше сказать, свой образ жизни, свое питание предков, которыми они питались, поддерживали свое собственное здоровье. Поэтому я вам хочу сказать, чтобы вы все, вот ко всему, что тут, знаете, вот творится в нашем мире, относились разумно и смотрели, что было, что стало и к чему это все ведет. И как взять лучшее из всего этого для того, чтобы вы жили здоровой жизнью и процветали. Чтобы на вас меньше давила какая-то информация, которая, знаете, просто направлена на то, чтобы вас вовлечь в свои сети и сделать вот своим этим самым. Государство. Вроде бы хорошая вещь. Но так как мы на государство не влияем, оно влияет сильнейшим образом на нас. Мы отдали свои все эти вот права, возможности в чужие руки, которые просто-напросто нас начали использовать, ввергая в товароденежный оборот, значит, вот это вот в профессию и рассматривая нас как потенциальных, ну, будем говорить, покупателей, на которых можно там зарабатывать, процветать, а что там дальше, там их не волнует. То есть вот многие, допустим, санкции там были. А вот интересно, я как раз прочитал, а сняли ли санкции на пальмовое масло? А на модные процедуры? А еще на что-то? А еще на что-то? Поэтому, еще разок, включайте свою собственную голову, как это сделали в свое время Жорж Асава, и вернул себя
к здоровому, счастливому образу жизни, отбросив те чуждые влияния, которые вот пришли, цивилизация. Как поступил Поль Брех, и как поступили многие другие люди. Берите нужное, здоровое зерно и используйте его. А все остальное отбрасывайте, иначе удачи не будет. Я на Рутуб-канале, если в понедельник все это дело завалится, потихонечку буду там бросать эти там видосики, ну и не спеша процветать. Я иду своим путем, продолжаю заниматься гравитационной гимнастикой, очень доволен и вижу в этом большую перспективу. И вот вы найдите для себя перспективные вещи, найдите в себе силы и смелость противостоять вот этому всему влиянию и жить своей собственной жизнью. Думать своей собственной головой.